Ева рассказывает о своем отце. Для моего папы Махалянова Сергея Федоровича война началась, когда ему было 18 лет. Он вспоминал, что ежедневно кто-то уходил на фронт, а его переполняло чувство возбуждения и страха. В июле 1941 года его мобилизовали и направили в Забайкальскую полковую школу, где получил свое первое звание младшего сержанта и воинскую специальность радиста. В составе танковой бригады принимал участие в боевых действиях в Калужской области. В марте 1943 года был удостоен медали за боевые заслуги. Вскоре был ранен и контужен, но вернулся на фронт радиотелеграфистом. Дошел до Берлина, освобождал Чехословакию. Домой вернулся только в 1947 году. Женился и воспитал 5 дочерей.